Эти машинки таких красивых цветов. Посмотри на эту машинку. Ты знаешь, какого она цвета? Это очень необычный цвет. Смотри, вот круг синего цвета. А вот еще один круг зеленого цвета. А теперь посмотрим, что получится, если соединить эти два круга. Ой, как интересно! В серединке появился новый цвет. Вот такой. Это бирюзовый цвет. А теперь давай раскрасим эту гоночную машину в бирюзовый цвет. Это гоночная машина бирюзового цвета. Запомни этот цвет – бирюзовый. Бирюзовый цвет у нас получился, когда мы смешали синий и зеленый цвета. Выбери картинку, чтобы просмотреть еще один мультик. Я решил прокатиться на своей новой машинке. Смотрю, она не раскрашенная. Ребята, нужно срочно помочь малышу Панде. Давайте раскрасим машинку-кабриолет. Да, раскрасьте, пожалуйста, мою машинку. Посмотри, у нашей машины крыша закрыта. Этот автомобиль заднеприводный. У него переднее расположение мотора. Водители ценили этот автомобиль за его спортивность и роскошь в отделке. Fiat 500 – это трехдверный хэтчбэк, маленький городской автомобиль. Эта машина очень популярна в Италии. Вихрь учит цифры. Привет, я гоночный автомобильчик. Меня зовут Вихрь. Я уже большой, и мне пора учить цифры. Если хочешь, давай учить цифры вместе. Так веселее. Подпишись на наш канал.